Всем привет! С вами Кирилл. Вы на канале Помогайка ТВ. И сегодня я покажу, как мы играемся с моей сестренкой Лизой в плейдо, которое мы приготовили. И для этого нам понадобится наше плейдо и ластики, которые мы будем прятать в наше тесто. Я возьму красный цвет, и мы спрячем туда дельфина. С остальными кусочками делаем то же самое. Вот что у нас получилось. И сейчас мы позовем мою сестренку Лизу и будем с ней играть в наше плейдо. Синий, желтый, зеленый, вот белый. Да, классный. Классный. А это какой? Белый. А это какой? Зеленый. А это какой? Желтый. А это какой? Синий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10, 8, 10. Посчитала! Молодец! Лиза, а что находится у нас в зеленом шарике? Ну-ка, открой. Что там? Что это такое, Лизенька? Что это такое? Клубничка. Клубничка. Она вот так делает. Ну-ка вот здесь посмотри, что такое. А здесь кто? Кит. А вот здесь кто? Кто здесь? Рыбка. Молодец. А ну-ка вот здесь, что у нас? Титок. Бабочка. Умничка. А тут что у нас? Смотри, снеговик. Уйти, мой молодец. 1, 2, 3, 4, 5. Молодец. Клубничка, улыбка, кит, снеговик, пчела, бабочка. Вот так мы играем в плейдо с моей сестренкой Лизой.